Прием, здорово всем, с вами HealHearts, это у нас мод Call of the Abyss для Dark Souls 3. И, как я и обещал, давайте с вами попробуем новых персонажей, всех глянем, yes. Чем они отличаются, какие у них особенности. Это будет второй, давайте, Ернамский экзекьютионер, колечко жизни, поехали. Буквально, не знаю, может часа 2-3 назад выпустил серию. Кому-то понравилось, кому-то не понравилось. Кто-то говорит, дичайшая гамма. Кто-то говорит, продолжаем. Кто-то говорит, мусор, шлак. Ну, фиг знает, немножко посмотрим. Мне что-то тоже подсказывает, что это больше рофельный мод, чем не знаю, полностью адекватный, не знаю, сбалансированный. Одним глазком глянем, а там уже, возможно, хорошо. Нет, так нет. Итого, из оружия у нас есть маска такая вот. Наверное, это, слушайте, оригинальная. Я, кстати, заменил, чтобы, возможно, у нас было описание человеческое. А пуха у нас... Ну, вроде бы, действительно, описание нормальное. Так. Вот такое у меня есть. А это в две руки. Ну и все, это получается достаточно, что ли, не знаю, бесполезный класс. У него, как мне кажется, ничего прям суперодельного и нет. Собаки-вороны. Еще на меня кровотечение настакивается. Забавно. Очень странно, почему оно на меня настакивается. Да, я хотел кое-что еще узнать. Точно ли это костер? Зато пухо ваншотает. Вид имеет. Ну, я в принципе знаю, что это костер. Но почему-то я с этим не могу провзаимодействовать. Вы знаете, я, наверное, даже дропну. Я использовал эту штуку и превратился в ничто. Я, честно, не знаю, что это такое. Но я как бы двигаюсь и двигаюсь. Становлюсь туманчиком. И меня просто никто не видит. Может быть, я просто превращаюсь в птиц? Я не знаю, как это объяснить. Но это забавно выглядит, какой-то бонус есть. Но описания у этой штуки нету. Я думал, персонаж умеет летать. Давайте следующего. Так, следующий, также второй у нас будет... этого мы пробовали. Вот этот мужчина. У него какое-то интересное кольцо есть, интересные ништяки. Также кольцо жизни возьмем. И закрейтим его с нуля. Возможно, описание было, потому что это дефолтные предметы из третьего Dark Souls, кто может знать. Так, давай глядеть, что у нас есть. У нас есть Гаргульевская пика. Да, описания нету, господа. Я искренне сделал все, что можно было. Часто. Хорошо. А дает ли это бонусы мне? Да, слушайте. Не, подожди. Статус персонажа. Дефенс есть. 70-70. А наденем обратно. Повысится ли физикл? Да, повышается. Ладно, окей. Это что такое Dark Sigil? Accumulate Curse. Какое-то собирает проклятие, полагаю я. Анимация вот такая. Это L1. Это R1. R1. Просто бьем рукой. А если в две руки взять? Атаки нет, есть вот такая ультимативная атака. Хорошо. Dark Sigil. Что он дает? Я так понимаю, я пока не могу это использовать. А это что дает? Ага. Вот так теперь здесь человечность восстанавливает. Максимально бесполезное оружие для данного мода, как по мне. С летающими противниками. То есть банально никаких возможностей сражаться против них. Ну, этот класс, мне кажется, тоже не очень интересным. Спросите, почему? Ну, банально вот почему. Хотя вот это полезное умение. Брать не буду. Есть предположение, что с пухи какой-то еще Dark Damage идет. До конца не уверен. Не, не написано. И я искренне не знаю, какие еще файлы мне заменить. Потому что сейчас я максимально все, что было, я скопировал. Со всеми заменами. Но описания предметов все еще нет. То есть, что нужно заменить, что нужно обновить, чтобы все это починить. И я хз, господа. I have no idea about this. Нет, я не могу их застолочить, к сожалению. Ой, тут еще и Fight Roll. Так, не беда. Лутаем, тут фигня.
Того не стоило. А тут у нас... О, здесь пепельный эстус, тут стоило сюда зайти. Так, ну мы, наверное, продолжаем следующего персонажа. То есть на моем основном персонаже туда тоже теперь обязательно стоит зайти. Давайте Драгон Кина. Мне кажется, он бесполезный. Ну да ладно. У него заклинания нет, а зачем ему колокольчик? Вот тоже рофл со стороны разраба. Ну, хотя бы рескин прикольный. Что, в общем-то, тоже своего рода хлеб. Да, еще в менюшке нужно какую-то фигню убрать. Потому что я только что вот сюда зашел и сделал автолог цели. Так, у нас имеется копье драконоборца. И талисман. И вот это вот сет черного дракона. По кольцам у нас есть кольцо жизни. У нас есть эстусы, сигилы. Я могу дышать? Не могу, не могу. Нужно голым быть, походу. Подождите. А почему анимация меча? Очень необычно. Обычный меч. А если в две руки взять, то это все еще обычный меч. Но анимация... Короче, что-то у меня со скинами какая-то дичь, господа. У этого персонажа хотя бы урон имеется. Что, в общем-то, очень большой хлеб. А что, если сделаю вот так, вот так, вот так? А, ну это просто дефолтный обычный стрёмный дракон из третьего Dark Souls. Вообще ничего нового. А если я возьму колокольчик, как он выглядит? И ничего кастовать не могу. Жаль, жаль. Наверное, скромно бы хотел заметить, что этот класс, на мой скромный взгляд, тоже весьма-весьма бесполезный. Ничего себе, у него лапа мощная. Но здесь урон офигеть. А урон в нашем деле многого стоит. Я, честно говоря, хочу на тех быкануть пойти. Посмотреть, смогу ли я их одолеть или нет. С оружейным умением сейчас влетим с двух ног. Ну, что-то мне подсказывает, что я далеко не самый плохой класс взял. Я, наверное, если честно, думаю, что не буду этот мод прям досконально проходить. Ну, потому что, камон, ну вы видите, он через одно место работает. То есть, я бы сказал, он особо и не работает. Наконец-то у нас Хунтер будет. У него тоже не шибко много новых предметов, я бы сказал, их банально нет. Но зато он выглядит лакшери. То есть то, что мы видим на превьюшке, одно оружие, далеко не факт, что именно таким оно будет в игре. Забавно, забавно. Так, давай смотреть. Саймонс Блейд. Затем... Вот здесь есть описание, а где-то нет описания. Как так? Кто его знает? Обычная атака, сильная атака. Обычная атака, сильная атака. Но это вроде как обычный искривленный меч, насколько я могу понимать. Окей, так, ну пуколка. Ого. Ра-та-та-та-та-та-та. Забавно. Пойдем посмотрим, насколько это эффективно. Ого, так это пулемет. Не иначе. Слушайте, как это тратит стамину, а не очки концентрации. Этот класс мне определенно нравится. И глянь, какой убийца. Да, в прошлом своем отрывке видео я сказал, что мод кривой. Ну, понятное дело, мод еще в альфе. Глупо на него быковать раньше времени, но тем не менее, я решил... Очень долгие атаки, ужасно долгие атаки. Можно, кстати, комбинации делать. И что-то мне подсказывает, что тех ребят я сейчас смогу развалить. Это ж, по идее, дальше и более мощные пуколки могут быть в теории. А эти пуколки можно улучшать. Прикиньте, как это эффективно на боссах будет. Пока что, наверное, один из самых клевых классов. Ра-та-та-та-та-та, ясно, ясно. Хорошо. Не очень эффективно, увидимся в будущем. Будущее уже здесь, как вы можете заметить. И теперь у нас The Monster Hunter. Ну это просто дичь, просто грязь. Ну а кто я такой, чтобы не попробовать?
Попахивает лютым фан-сервисом, но ничего. Так. Здесь у нас есть Gunlance. Боевая пика, если я правильно понимаю. Также у нас есть став, но я почему-то не могу это использовать. Кольцо жизни, кольцо кларанти, больше ничего. Окей. Так. Слушайте, я, конечно, ничего не хочу сказать, но почему такая разница в количестве стамины? Это шутка, что ли? Ага. Извините, но баланса в этой игре нет. Ну, серьезно, простите. Кто думает, что есть баланс, его тут нет. Охренеть. Я так понимаю, если бы я играл в Monster Hunter, я бы кипятком сейчас обоссался. Я, к сожалению, не очень играл. А если я разбираю? Подожди. Блин, мошка ссана, иди в жопу. Никак не могу к кнопке привыкнуть. Не, это дичь, подожди. Я уже кого-то удалить успел? Очень медленно бежим. Да, это определенно имеет смысл. А это просто тоже на нашу сторону. А почему такая разница? Это ж просто безумие какое-то. Вот я зачехлил. Зачехлил. И нанес просто гигатонну урона. Просто ра-та-та-та-та, я его удаляю. Хорошо. Дело сделано. Я же могу и просто бить. Только насквозь могу. А это, кстати, мало бьет. Нифига, так он еще и вторую атаку заряженную делает. А, у меня вон, короче, прочность есть у оружия. То есть автор мода все-таки как-то попытался это сбалансировать. Не шибко-то, конечно, хорошо вышло. Да нормально, никакого риска, господа. Единственное, у нас проблемисы. Заряди. Ясно. Ну, интересно, интересно. Так, кто у нас тут еще остался? Undead Ninja. У него есть кинжальчики. У него есть кольцо на скрытность, какая-то бомба. И это нам нравится. Давайте кольцо жизни. Кольцо жизни всегда не ошибка. Попробуем взять этого бравого воина и посмотрим, насколько он бравый и насколько он воин. Так, у него катана какая-то. Причем два удара, что ли, делает? Да, круто. А если в ручном хвате? Ну, это вроде как обычная дефолтная катана. Обычное дефолтное умение. Ага. И перекаты у него в стелсе. Мое почтение. Но что дает броня, мы не сможем узнать. И она весит, как три самолета. Еще кунаи есть. Ну-ка, давай посмотрим. Лол, ими кидаться нельзя. Вот это рофл. Ну, есть оружие. Не, короче, дичь. Не знаю, не нравится этот класс. То есть... Ничего супер клевого нет на нем. Просто, наверное, самый количественный класс. Сорян, конечно. Бесполезнейшего. Да, как бы кинжал он бьет, но гляньте, сколько стамины тратится. Я сразу выхожу, максимально неинтересный класс. Немножко не нравится то, что какие-то классы супер мощные, какие-то просто смешные. У этого наконец-то есть пиромантия и какое-то даже заклинание. Выглядит неплохо. Ну, парень из Monster Hunter самый топовый. Тут уж как бы извините. Так, у него очень красивые ножны. Это легкая атака. Это сильная. Ну, обычные дефолтные фаерболы. Поджигание. Ой-ой-ой, это что? У кого такая атака была?
Блин, а это... Не знаю, откуда взят этот мувсет. У него еще огонь. Описания нет, к сожалению. Кольцо, пиромансию бустит. Пойдем глянем, выглядит клево. Давайте вообще глянем, сколько пиромантии наносит. Ну так. Не шибко плохо. Слушайте, ну пиромант решает. Очень-очень хорошо пока что он играет. И он еще, глянь, какой-то морозный баф кидает. Очень долго бьет, но тем не менее. Да можно обычно и так убить и поджигать все. Правда, горение 0 DPS наносит. Парень пытался выйти, но сегодня только входит. Чем-то на мувсет ворона, мне кажется, похоже. Прикольно, какая-то часть атаки огонь наносит, какая-то холод, лед. Крутой, крутой, класс. Комбинации с LT нету, жаль. Ну, не знаю, пиромант, конечно, прикольный, но все еще, давайте дальше смотреть. Лагаю, у нас уже два класса осталось. Дитя Веры, ну и это, в принципе, можно было бы и не пробовать. Просто чисто, потому что в этом моде есть. Где-то мы его уже раньше видели. Ну, это вроде бы скинчики из Demon's Souls. Да, рунический меч оттуда. Броня, возможно, в третьей части была. Подожди, у нас заклинание есть, хил. И визуально вроде бы дефолтный. Ну и сила, которая должна отталкивать петушков от нас. У меча мувсет обычные атаки. Сильные атаки. Просто блок и через. Ого, это стильно. Минус уши, конечно. Из неприятного почти любую мою атаку они могут сбить. Это очень неприятно. Ну, в принципе, тоже посмотрели, не думаю, что что-то еще новое мы увидим. Ну и теперь самый последний остается, Некромунсер. Попробуем его. У него вообще ничего нету. Причем это грустно даже. Ну ладно. Наверное, самый клевый это либо пиромант, либо из Monster Hunter. А другие все обычные дефолтные очередняры. И самое непонятное, не знаю, что качать, серьезно. То есть даже если мы немножко пытаемся проходить мод, какой в этом всем смысл? Здесь Dark Armor. Это из старого Dark Souls. И все. Так, ладно. Двуручный хват. Это что такое было? Это пробитие брони вот так. Круто. Это сильная атака, это ничего. И это видно супер, просто мега убер урон. Полагаю я. Можно одноручный хват. Когда нет интерфейса, непонятно где... А тут вообще походу. Нету либо одноручный, либо двуручный. Такая атака в любом случае делается на РТ. Наверное, самый неинтересный класс. Урон имеется. Вполне себе приятный мувсет, но ничего супер нового. Ну, я тогда, наверное, свой класс оставлю. Посмотрим, насколько возможно будет им проходить. Ну, в ближайшем будущем еще немножко поиграем в этот мод, запишем. Насчет стримов, не знаю, может быть будет, может не будет. Атаки быстрые, стамин хватает много. Вполне приятное оружие. Это я так в прыжке сделал. Ну и да, пишите, что думаете, буду рад почитать комментарии. Всего-всего хорошего, счастья и здоровья. Огромное спасибо спонсорам канала, а также всем спасибо за просмотр. И надеюсь, что видео вам понравилось. Если это так, то можете поставить лайк и подписаться. Это очень сильно мотивирует стараться лучше и больше. Также можно нажать колокольчик, чтобы не пропустить новых роликов. У нас все честно, если не понравилось, ставим дизлайк. В описании всегда есть интересные ссылки, также можно посмотреть и другие мои ролики. Всем всего хорошего, счастья, здоровья, чтобы все у всех было хорошо. С вами был Хилхёрдс.